сегодня, несмотря на холодную погоду, в нашем храме преподобного Сергия Радонежского на Рязанке прошел замечательный праздник. Это уже стало доброй традицией. Праздники для наших детей начались еще с Рождества Христова. Мой старший сын на Рождество служил, прислуживал в алтаре. Дочка пела с хором. Тоже по сложившейся доброй традиции в нашем храме вторая литургия праздничная на Рождество, на Пасху посвящена, ну, детский хор на ней поет. И вот дочке моей посчастливилось петь эту литургию. И вот с тех пор для нас праздники продолжаются. В это воскресенье у нас здесь на площади перед храмом стоит прекрасная елка. Все детки собрались, для них прошла спартакиада. Причем интересно было всем, как малышам, буквально трехлеткам, так и взрослым, уже подросткам, потому что развлечения были на любой вкус. И перетягивание каната, и езда на лошадках, и прыгали они на мячиках, в общем, всевозможные. А после этого можно было попить горячий чай. И вот сейчас ребятки пошли в трапезную. А мы с мамами, у нас выдалась свободная минутка поболтать, побыть вместе. У нас здесь уже практически все как одна семья.